Как же много интересных поздравлений. Надо на них обязательно ответить. Всем привет, с вами Прия. В этот зимний день спешу поздравить вас с Новым годом, наступающим или наступившим, без разницы. Самое главное, чтобы Новый год, 2020, прошел успешно, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы встречали поменьше крыс, плохих, конечно, но побольше хороших, если все же такое возможно. Самое главное, больше вам эпиков, всех благ, счастья, здоровья. Самое главное, берегите ноги. Когда-нибудь я все-таки раскрою секрет этой фразы, но пока что просто берегите ноги. Чтобы все у вас было хорошо, поменьше негатива, как в вашу сторону, так и от вас. Будьте добры к людям, уважайте их. И самое главное, если что-то пошло не так, то всегда разбирайтесь в каких-либо конфликтах, чтобы потом это не переросло в что-то большее. Чтобы все у вас в жизни было хорошо, чтобы в играх все было замечательно, чтобы в жизни все было замечательно, чтобы в отношении между людьми, между вашей родней все было хорошо. Самое главное — это семья, мы об этом прекрасно помним. Здоровье, конечно же. Так как если со здоровьем все не очень, то и о чем-либо другом говорить в принципе нельзя. Это, можно сказать, первостепенная ступень с целью того, чтобы все было идеально. Я только сейчас заметил то, что я рамку не поменял. Вот, не забывайте о ссылочках в описании. Переходите по ним почаще. Подписывайтесь на различные ресурсы, чтобы быть всегда в курсе происходящего. Потому что иногда у меня есть особенность пропадать на несколько дней. А потом вы заходите и спрашиваете: «Максима, где ты был?» Вот, чтобы таких вопросов было поменьше, начните черпать информацию сами. Часто существуют вопросы. «Максим, твой ли это персонаж с никнеймом Прия?» Под стримом есть виджет, по которому можно глянуть абсолютно всех персонажей. Ищите информацию сами. Я желаю вам в новом году, чтобы поиск этой информации был успешен, и чтобы вам она была не в тягость. Я поднимаю этот бокал за вас. Опа, вы даже видите мой монитор. И даже видно мои глазки. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Не болейте. Пусть в жизни у вас все будет хорошо. До скорого. Завтра недельное вскрытие сундуков. Будет весело, а может еще и стрим.